Я бы вообще женщинам запретил выходить на сцену, в первую очередь. Потому что нечего там делать. Вот как были раньше мужики в женщин переодевались, что я и делаю часто, да? Вот этого достаточно. Женщина, на мой взгляд, это мать. Это человек, который несет все святое, чистое и доброе в жизнь, воспитывая ребенка, после чего он становится хорошим, реально. Потому что, ну, отец, да, взял кинжал, пошел на войну, все это понятно. Нет, женщина, мне кажется, это что-то такое возвышенное. И, конечно, приходит на ум сразу родина-мать с мечом, да, но это другой образ, это, наверное, образ матери, защищающей своего ребенка, свое дитя, которое свою жизнь положит за своего ребенка на плаху, на любую. Это понятно, да. Но я бы вот, например, хотел, чтобы наши женщины об этом ничего не знали и на войну бы никогда не ходили. Ну, может быть, я нелепо как-то ответил, но тем не менее. Мне кажется, женщины — создание прекрасное. Они должны осуществлять красоту в мире.